Не знаю, что-то купил муж наверх. Говорит, сюрприз. Кстати, вот, вот такой вот профессиональный, вот этот DeWalt, это самый профессиональный бренд для постройки, строек, ремонтных работ. Это вот профессиональный пылесос. Тут вот меняешь насадки, это вот шкакатурка, или как это называется, вот, на стены. И также есть такая насадка, чтобы мыть. Вот, видите? Вот. Вот это он мне, Валера сказал, даст, чтобы я сделала уборку дома. Да, Валер, что? Я говорю, все там уже, смотри, аккуратно, если что. Да, да, вот. Все хорошо. Покрасил Валера вот дверь. Если, как вот я вам уже показывала, этой двери тут не было. Это было все закрыто. Вот Валера открыл, поставил дверь сюда. И вот nice. And, это вот зеркало пришло сюда в ванную. Сейчас мы это все будем потом убирать, и шкафчики будут вставляться, все новое. Всем доброе утро. У нас вообще-то уже 12. Смотрите, какую комнату Джей тут делает. Он заказал сюда, говорит, какой-то классный деск. Деск — это рабочий стол. Рабочий стульчик какой-то, говорит, классный. Не знаю, какой. Купил вот такие вот свои любимые буты, как всегда. И купил вот такой вот сюда bookshelf. Вот. Сюда мы уже заказали кровать. Она, ну, она будет смотреться как диван красивый. Ну, типа как daybed, да, как они называют. И она будет раскладываться. Открываться и превращаться в кровать, когда надо. Вот, в общем, довольно-таки большая-большая комната. Вот она я. Выгляжу больной. Не только выгляжу, но и есть больная, как говорится. Сегодня хочу сделать уборку. Валера сегодня нет. Он сегодня суббота, у него свои дела. То есть он завтра приедет и будет все заканчивать. У меня вот такое платье. Я это платье носила, когда была беременна на Джеймсон. Так можно было. Но это не для беременных платьев. Я так носила. Вот, сейчас сюда поставлю камеру. Вот такое платье. Оно коротенькое, не знаю, вам видно, нет. Вот так. Ну, сюда поставила камеру, можно так поговорить с вами. В общем, вчера, как я вам уже рассказывала, что Валера просил добавить за гараж. Вот, и ммы добавили ему $150, я считаю, это нормально, то есть, ну, не так много, но мы хотели, чтобы он был доволен, да, чтобы мы были довольны его работой, и чтобы он был доволен своей работой. Я понимаю, что он уже подписался второй раз и как бы снова не рассчитал, но как бы бывает, ладно. Муж решил, что мы доплатим, потому что муж доволен работой Валера, и сам как человек он тоже нам симпатичен. Вот. Он доволен, и мы довольны. И потом на следующий день, да, получается вчера, Валера работал, он получил оплату за другую работу, которую он делал вчера, там двери, все такое, покраска внутри дома. Вот. И он покрасил... Покрасил стенку с левой стороны, я вам сейчас покажу, которая у нас была с левой стороны, такие деревянные, да, ни к селу, ни к городу как-то там стояла, мы решили покрасить этот белый цвет. И когда Валера покрасил белый цвет, вот эту всю стену, деревянную стену,
ни мне, ни мужу не понравился цвет. То есть это не вина Валеры, это наша вина, что мы выбрали такой цвет. И муж сказал, ты можешь перекрасить эту стену и скажи нам, за сколько ты ее перекрасишь. И Валера сказала, я перекрашу за бесплатно, потому что вот и вы мне там добавляете, да, без вопросов там, где нужно. И я как бы хочу в свою очередь вот так вот тоже. И вот муж говорит, вот видишь, как-то все равно в конце это все балансируется. Вот. А он бесплатно предложил, то есть это тоже говорит о том, что человек как бы ценит и нас, как работодатели, да, и, ну и себя, в принципе. Ну вот он вот такой жест сделал, мне было очень приятно. А, кстати, в тот день, когда он пришел, на следующий день, когда я написала ему смс, то смс, который я вам рассказала уже, а я высказала, что как бы он должен был все прикрыть. И на следующий день он приехал, он говорит, Джастин, мне так было плохо с сердцем. Он говорит, мне так стыдно. Он говорит, я сегодня хочу после работы полностью сделать уборку, почистить дом. Даже вот то, что он это сказал, это тоже уже говорит о том, что человек как бы, ну, хороший человек. Он не сделал это специально. Я знаю, что некоторые комментаторы написали, ну, некоторые зрители написали, что это он сделал специально. Нет, он не такой человек, он не сделал это специально, это 100%. Просто, ну, вот у него было вот как бы, он просто вот делал то, что вот ему надо было, да, открыть эту стенку, и он как бы не подумал про все остальное. И, возможно, он также не привык, чтобы люди были внутри, да? То есть это не так часто, что люди делают такие работы, живя внутри дома. Обычно квартиры, дома пустые. И, может, поэтому не подумал. Поэтому это тоже бывает. Вот. Я ему сказала, нет, Валера, не надо. Я говорю, спасибо, что вы это предложили, мне было приятно, но не надо мне уборку делать. Единственное, я попросила поставить мне вот этот Dewalt профессиональный пылесос, который он реально сильный, и только он может убрать, обчистить вот эту вот рабочую пыль, да, строительную пыль. Он сказал, без разговоров, он оставил нам. Он сказал, хорошо, без проблем, я оставлю. Вот, даже вот, чтобы вот взять в аренду, это тоже недешево, чтобы взять, ну, вы можете взять это в Home Depot в аренду, но это тоже за час вы платите, а это занимает несколько часов, да, вот. Поэтому я буду, ну, муж говорит, мы сейчас просто вот так беремся, но у нас придут клининги через 2 недели же, те же, которые приходили. И до этого он говорит, я могу сегодня пригласить мужчину, который в прошлый раз приходил, который только полы мыл, да, он говорит, и он профессионально почистит. Но я, с одной стороны, говорю, хорошо, но с другой стороны, что деньги тратить на это? Я могу и сама сделать, если он детей уберет из дома. Ну, сейчас, короче, решим. Вот, такие вот дела, мои хорошие. Потом, насчет того, что я хотела, помните, я вам говорила, что у нас встреча с риэлтором. Из-за того, что я очень сильно болела, вот в субботу, вчера, да, это было, я до сих пор болею. Мы это перенесли опять эту встречу, потому что, ну, неудобно перед людьми кашлять с таким голосом, им тоже будет неприятно, они подумают, ну, что пригласили нас, когда человек весь такой больной и кашляет. Но это неправильно, вот мы и отменили нашу встречу. Так вот, моя хорошая, сегодня у нас суббота, я дома. Буду разговаривать чуть поменьше, потому что надо голос беречь, он у меня то пропадает, то появляется. Я уже начала антибиотики пить, мама дала мне хорошее лекарство от кашля и аллергические, которые по рецепту врача именно даются. Вот, ну, посмотрим, надеюсь, все поможет. А, смотрите, и сюда, оказывается, он купил вот такую вот ставку. А вот это вот будет ставиться, видите? Мы купили отдельную вот отдельную чашку. Та чашка, которая идет вот с этим набором, вот. Мы ее не использовали, потому что она идет вниз. А мы хотели чашку, чтобы она вот так стояла сверху, видите? Вот так сверху стояла. Вот. И также тут раковина, она будет тоже черного цвета, будет смотреться хорошо. Вот он купил. Это все новое, вот такие чашечки. Вот такое купил, вот такое.
Ну вот. И тут, конечно, уже будут... Мы купим коврики. А сюда вот зеркало вот такое мы купили, смотрите. Вот, вот такое зеркало. Там тоже прикольное такое черное. Как раз такого же материала, как будет раковина. Не раковина, а как это называется? Ну вот. Где, откуда вода льется, забыла. И то же самое, только она будет больше, будет сюда ставится такая большая. И вот сюда тоже зеркало. В общем, вот так вот, мои хорошие, все приходит в себя потихонечку. Я принесла фотографию родителей со свадьбы. Вот это жена брата, мама. А это вот мой племянник, наша невестка новая. Брат младший, папа, брат старший и моя племянница. Вот так вот.